Друзья, приветствуем вас на канале Crypto Commons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. SVB Financial Group подает заявление согласно главе 11 о банкротстве. Биткоин взмывает выше 26 тысяч по мере того, как ФРС заявляет о денежном вливании в банковскую систему в размере 300 миллиардов долларов. Позиции на сумму более 150 миллионов долларов было ликвидировано по мере поднятия цены биткоина на 9-месячный уровень к отметке в 27 тысяч долларов. Эфир сохраняет бычий настрой по мере того, как разработчики подтверждают дату апгрейда Шанхай. Платежный гигант Stripe получает финансирование в размере 6,5 миллиарда долларов при собственной оценке в 50 миллиардов. Хакер, взломавший Eiler Finance, отклонил предложение о вознаграждении в 20 миллионов долларов и отправил 1000 эфира в Торнадо Кэш. YouTube-инфлюенсеры, рекламирующие FTX, столкнулись с коллективным иском. Среди них оказался и Бен Армстронг, известный под псевдонимом BitBoy. Arbitrum заявил о запуске своего токена IRB, а также о приближающемся аирдропе. И в завершении выпуска аналитика рынка от Кевина Свенсона. Оставайтесь с нами. SVB Financial Group, бывшая главная организация Silicon Valley Bank, подала заявление в соответствии с главой 11 о банкротстве в Соединенных Штатах. Проблемная компания подала добровольное ходатайство о реорганизации под надзором суда в соответствии с главой 11 в суд по делам о банкротстве США для сохранения стоимости. Заявив об этом 17 марта, SVB сообщила, что средства ее венчурного подразделения SVB Capital и брокерско-дилерской компании SVB Securities, а также средства юридических лиц генеральных партнеров, не участвуют в процедуре банкротства. SVB Financial Group также подчеркнула, что компания больше не связана с Silicon Valley Bank NA или частным банковским бизнесом и бизнесом по управлению капиталом SVB Private. Преемник банка Silicon Valley Bridge Bank NA действует под юрисдикцией Федеральной корпорации страхования депозитов FDIC и не включен в заявку по главе 11 о банкротстве. SVB Group стремится сформировать процесс под надзором суда для оценки стратегических альтернатив для SVB Capital, SVB Securities и других своих активов, заявил директор по реструктуризации SVB Group Вильям Костурос, добавив следующее. Процесс, согласно главе 11, позволит SVB Financial Group сохранить стоимость, поскольку она оценивает стратегические альтернативы для своих ценных предприятий и активов, особенно SVB Capital и SVB Securities. Продолжающийся кризис SVB вызвал большую неопределенность не только в традиционной банковской системе, но и на некоторых криптовалютных рынках. У Circle, эмитента одного из крупнейших стейблкоинов USD Coin, было 3,3 миллиарда долларов или около 8% всех его резервов, связанных с SVB после того, как банк остановил свои операции 8 марта. Из-за данных событий ненадолго привязка к доллару USDC упала и опустилась до отметки 0,87 доллара, после чего вернулась обратно на фоне сообщения о найденных путях решения проблем SVB. Биткоин взлетел выше 26 тысяч долларов на фоне сообщений ФРС о вливании 300 миллиардов долларов в банки США. Цена первой криптовалюты поднялась примерно на 2000 долларов на фоне сообщений ФРС о предоставлении 300 миллиардов долларов кредита некоторым американским банкам, испытывающим трудности, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank. После относительно спокойных выходных, когда цена биткоина колебалась на уровне 20 500 долларов, в последующие дни актив пошел в гору. Сначала цена взлетела выше отметки в 22 000 долларов, прежде чем во вторник за пару импульсов поднялась до отметки в 26 500. Этот уровень стал самым высоким с июня 2022 года. В итоге медведи все-таки вступили в игру и толкнули цену на юг, в результате чего в среду биткоин потерял 2000 долларов. Однако Центробанк США заявил, что предоставил кредит в размере 300 миллиардов долларов для поддержки некоторых банков США, находящихся в затруднительном положении, более 140 миллиардов из которых получили банки Signature и Silicon Valley. Эти действия оказали очень сильное влияние на динамику цены биткоина, которая взрывным ростом вернула себе 26 тысяч долларов. В настоящий момент цена актива удерживает этот уровень и продолжает расти, а его рыночная капитализация превысила 500 миллиардов долларов. Доминация первой криптовалюты также продолжает расти и достигла 45%. Альта в зеленом. Еще вчера большинству альткоинов было тяжело, но сегодня картина совершенно другая.
Эфир поднялся выше $1700 после ежедневного роста на 4%. Binance Coin значительно превышает $330 после роста более чем на 5% за последние 24 часа. Matic, Dogecoin, Polkadot и Avalanche показывают аналогичный рост. Cardano, Solana, Shiba Inu, Ripple и Litecoin также находятся в плюсе, хотя и с более скромным приростом. В целом, за один день капитализация крипторынка прибавила $50 миллионов, что помогло восстановить данному показателю желанную отметку в $1.1 триллиона. 150 миллионов ликвидаций по мере того, как цена биткоина взлетела к 9-месячному максимуму, приблизившись к отметке в $27 тысяч. При этом за сутки было ликвидировано более 44 тысяч трейдеров. За последние часы биткоин инициировал еще один шаг вверх, что привело цену к новому многомесячному максимуму. Многие альткоины также устремились вверх, в результате чего ежедневно ликвидировалось более $150 миллионов. С тех пор, как на прошлой неделе банковский кризис усугубился и распространился на Европу, цена биткоина была на подъеме, что добавило к ее стоимости с прошлой пятницы более чем $6000, когда она боролась с уровнем в 20 тысяч, и до вторника, когда она подскочила выше $26 тысяч. И несмотря на образовавшийся откат цены вниз в течение последующих нескольких дней, биткоин возобновил свой забег вчера поздно вечером и продолжил сегодня. После возвращения к уровню в $26 тысяч, криптовалюта продолжила расти и впервые с июня 2022 года оказалась в нескольких миллиметрах от достижения отметки $27 тысяч. И поскольку большинство альткоинов также находится в плюсе, неудивительно, что количество ликвидированных сделок увеличилось до более чем 44 тысяч, большинством из которых были шорты. В итоге общая сумма ликвидированных позиций за последние сутки составила более чем $150 миллионов. Следуя за рыночным отскоком на этой неделе, эфир стал одним из самых прибыльных токенов с лучшим рыночным показателем, чем у большинства альткоинов. Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации начала неделю с торгов в отметке $1588, а затем выросла примерно на 12% и впервые с августа 2022 почти достигла уровня в $1800. Позитивное движение цены эфира очень важно, особенно в связи с предстоящим обновлением сети Шанхай. Последними новостями по этой теме будет радость для пользователей о том, что дата запуска Шанхай теперь подтверждена. После успешного завершения апгрейда Шанхай 14 марта в тестовой сети GoYearly, апгрейд основной сети оставался лишь вопросом времени. Согласно твиту популярного разработчика эфира Тима Бейко, апгрейд Шанхай основной сети произойдет через 4 недели, 12 апреля ровно в 22:27 UTC. Это сообщение вызвало большой ажиотаж в сообществе эфира и в криптосообществе в целом. Апгрейд Шанхай – одно из наиболее ожидаемых событий в криптопространстве в 2023 году. Как и любое обновление, он привносит новые и интересные изменения. Однако наиболее примечательным моментом в обновлении Шанхай является то, что он наконец позволит выводить эфир. В настоящее время в сети эфира размещено около 17,5 миллионов токенов эфира на сумму $29 миллиардов. После данного обновления может произойти значительный вывод этих токенов, что может привести к резкому увеличению ликвидного объема эфира на рынке. Однако существует и множество спекуляций на тему того, как это может повлиять на работу протоколов ликвидного стейкинга, имеющий наибольший вклад в рынок стейкинга эфира и содержащий 32% всех вложенных монет эфира. Компания по обработке платежей Stripe объявила о подписании соглашения о сборе средств первой серии на сумму более $6.5 миллиарда при собственной оценке в $50 миллиардов. Stripe намерена направить вновь привлеченные средства для обеспечения ликвидности нынешних и бывших сотрудников и решения вопросов, связанных с обязательствами сотрудников по удержанию налогов, по выплачиваемым вознаграждениям с акций. Это приведет к изъятию старых акций компании, что будет компенсировано выпуском новых для инвесторов первой серии. В своем пресс-релизе Stripe также сообщил, что для продолжения ведения бизнеса привлечение данного капитала не требуется. Данные события разворачиваются на фоне довольно сложной среды для привлечения средств. У Stripe есть и свои собственные проблемы в связи с повсеместным сокращением акций техкомпаний в прошлом году. Стартап сократил свою команду на 14%, ссылаясь на упорную инфляцию, энергетические потрясения, более высокие процентные ставки, сокращение инвестиционных бюджетов и более скудное финансирование.
финансирования стартапов. Близкие отношения платежной компании с индустрией цифровых активов началось в 2015 году, когда она объявила о своих планах принимать биткоины. Однако данный сервис просуществовал всего лишь 3 года из-за опасений по поводу высокой волатильности, а также неэффективности транзакций. В апреле 2022 финтех-компания из Сан-Франциско в партнерстве с Twitter представила новую пилотную программу, позволяющую небольшой группе авторов отправлять и получать платежи в стейблкоине USDC через свою платежную платформу Connect. Кому-то 20 миллионов долларов достаточно, чтобы жить благополучной жизнью без последствий после успешного взлома. Но не в этом случае. 16 марта взлом протокола по выдаче кредитов Eller Finance, в результате которого были выведены активы на сумму 200 миллионов долларов, принял неожиданный оборот, когда преступник, по-видимому, отклонил предложение о 20 миллионах долларов, отправив 1000 монет эфира стоимостью в 1,65 миллиона долларов на миксер Tornado Cash. Злоумышленник осуществил 10 транзакций, в каждой из которых он отправил по 100 монет, в результате скрыв следы 1000 монет эфира с помощью миксера. Также у него осталось 1500 монет эфира на адресе, используемом для атаки, что значительно усложняет для Eller Finance и правоохранительных органов отслеживание в реальной жизни. 20 миллионов было недостаточно. 15 марта Eller Finance публично предложила злоумышленнику сделку, по которой он мог оставить себе 10% от украденных 200 миллионов долларов, если он вернет остальное. Отказ от предложения приведет к тому, что Eller Finance предложит вознаграждение в размере 1 миллиона долларов любому, чья информация приведет к поимке хакера. Однако, согласно ончейн-данным, хакера не волновали предложения Eller Finance, поэтому он отправил криптовалюту в миксер Tornado Cash всего лишь через несколько часов после того, как предложение было обнародовано. Однако, среди плохих новостей были и хорошие. Хакер решил отправить 100 монет эфира одной из жертв, пострадавших в результате этого взлома. Один из пользователей, потерявших свои средства, сказал хакеру, что он – скромный человек, который может потерять все сбережения своей жизни, если хакер откажется от вознаграждения, предлагаемого протоколом. Взлом Eller Finance на 200 миллионов долларов стал возможным благодаря атаке мгновенного кредитования. Eller Finance потеряла около 200 миллионов в начале этой недели, благодаря уязвимости, которая оставалась неизвестной более 8 месяцев. Атака возникла из-за уязвимости в механизме пожертвований протокола, которая позволила хакеру создать позицию с чрезмерным кредитным плечом, ликвидированную в том же блоке и искусственно вызвавшую его утопление, сохраняя 200 миллионов долларов, разделенные на DAI, USDC, Wrapped BTC и Ether. В настоящий момент остается неизвестным, намерен ли хакер вернуть оставшийся эфир в протокол, чтобы избежать преследования со стороны белых хакеров, компаний, занимающихся отслеживанием данных в блокчейне, а также правоохранительных органов. YouTube-инфлюенсерам FTX прилетел коллективный иск. Группа известных ютуберов столкнулась с коллективным иском от инвесторов FTX, в котором утверждается, что инфлюенсеры раскручивали предположительно мошенническую криптобиржу. В дополнение к рекламированию FTX, создатели контента якобы продвигали доходные счета биржи YBA, которые, как утверждалось в иске, были незарегистрированными ценными бумагами. Данный иск возглавляет Эдвин Гаррисон, гражданин США и житель Оклахомы, совместно с другими истцами из Канады, Австралии и Великобритании. У этих лиц были счета YBA на FTX. Число инфлюенсеров, участвующих в данном судебном иске, входят Кевин Пафрат, Брайан Юнг, Грэм Стефан, Бен Армстронг, хорошо известный как Битбой, Том Нэш, а также Эрика Кульберг, которая считается основателем фирмы по управлению талантами Creators Agency, которая также является ответчиком, указанным в иске. Согласно иску, Пафрат, Стефан и Нэш удалили все видео на своих YouTube-каналах, одобряющие FTX и восхваляющие Сэма Бэнкмана-Фрида после того, как платформа была закрыта, и вместо этого опубликовали видео с извинениями и признанием того, что участвовали в продвижении рухнувшей криптобиржи, а также причиняя ущерб инвесторам на миллиарды долларов. В этом свете особенно интересно вызывает поведение Битбоя, который буквально сразу же после коллапса FTX выпускал массу разоблачающих видео, где он якобы предупреждал инвесторов о недобросовестности Сэма Бэнкмана-Фрида, а также якобы лично приехал к месту жительства Сэма для личной встречи и разговора с Сэмом лицом к лицу. Вывод здесь только один. Всегда работайте с источниками информации, которым вы доверяете и которые крайне бережно относятся к своей репутации. Arbitrum сообщает об аирдропе нового токена IRB, а также о трансформации в DAO.
Ожидание одного из наиболее предвкушаемых событий в криптовалютной индустрии за последние пару месяцев наконец-то завершилось анонсом долгожданного токена IRB. Эта новость значит, что Arbitrum, один из крупнейших игроков на рынке решения для масштабирования второго уровня эфира, наконец-то получит свой собственный токен. Фонд Arbitrum в четверг объявил, что 23 марта он представит сообществу IRB новый токен Arbitrum. По данным фонда, этот запуск токена официально знаменует собой начало перехода Arbitrum в децентрализованную автономную организацию DAO. Фонд Arbitrum планирует выпустить около 44% токенов для инвесторов и основных участников. Однако Offchain Labs, создатель Arbitrum, считает, что токен IRB сделает Arbitrum гораздо более децентрализованным, чем другие конкурирующие сети. Генеральный директор Offchain Labs Стивен Голдфедер заявил: «Для меня самая захватывающая часть – это децентрализация. Тот факт, что Offchain Labs больше не будет иметь никакого контроля над будущим этой сети. Мы будем поставщиком услуг, и если DAO призовет нас к созданию программного обеспечения, мы это сделаем. Пользователи, которые могут рассчитывать на раздачу». Arbitrum тесно сотрудничал с криптоаналитической фирмой Nansen для того, чтобы создать снимки активности пользователей. Это было сделано для того, чтобы определить, какие пользователи имеют право на получение токенов IRB. Учитывались такие факторы, как количество проведенных транзакций, количество использованных приложений и продолжительность использования Arbitrum One и Arbitrum Nitro. Пользователи могут проверить свое право на получение токена IRB во время раздачи, посетив сайт gov.arbitrum.foundation. Тем не менее, Arbitrum также предупредил пользователей, чтобы они были осторожны при получении своих токенов. Это связано с тем, что хакеры и мошенники часто используют аирдропы для фишинга людей, отправляя их на поддельные веб-сайты. Кевин Свенсон в своем последнем выпуске обращает внимание на то, что цена биткоина, по крайней мере на время, отвязалась от движения фондового рынка. Обычно цены фондового и крипторынка движутся в одном направлении, но сейчас это правило изменилось. Давайте послушаем, что на этот счет говорит Кевин. И что мы с вами здесь видим? Несмотря на движение индекс S&P и акций банков, биткоин движется в противоположном движении за последние несколько дней, в то время как все остальное движется в обратную сторону вниз. Так что история «будьте сами себе банком» становится довольно устойчивой для биткоина, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. И это очень интересно наблюдать, как биткоин, по крайней мере, временно отсоединяется. И вопрос в том, будет ли это отсоединение еще большее и как долго продлится. Чтобы это увидеть, придется подождать. Паттерн перевернутой головы и плеч означает ослабление импульса медведей и увеличение импульса для быков. Довольно понятно. Теперь мы ожидаем того, сможет ли биткоин продолжить прорыв вверх, или у нас образуется отброс вниз. Но если перевернутая голова и плечи на недельном таймфрейме сможет пробиться на один из этих крупных уровней цен, если посмотреть назад в историю, находящийся между 28 тысячами, 800 и 30 тысячами, вот этот кластер поддержки, если мы его пробьем на недельном таймфрейме, и, кстати, он выглядит не так уж и далеко от нас, начиная с на уровне 28800. Все это будет зависеть от того, насколько сильно история неудач в банковской сфере сможет раскрутить биткоин, а также в зависимости от корреляции цены биткоина к фондовому рынку. Пока она на время прекратилась, но я бы очень хотел, чтобы это продолжилось дольше, и чтобы биткоин не зависел от фондового рынка. Если посмотреть на дневной таймфрейм, у нас наблюдается некоторое изобилие, а также отклонившийся фитиль. Но с точки зрения предыдущего уровня сопротивления, у нас пока не образовалось чрезмерного непреодоления. Так что этот забег все еще может продолжиться. Что касается таймфрейма более низкого, 30-минутного, биткоину необходимо удержать этот уровень в 24 тысячи. Этот уровень 24 тысячи является самым верхним уровнем поддержки в данной структуре. И если мы опустимся ниже 24 тысяч, то это нас может отправить вниз к 22 775, самую нижнюю поддержку и предыдущий верх, что не является ожидаемой поддержкой, так как в этой зоне особо ничего нет и цена может просто провалиться сквозь нее, так как здесь нечему остановить цену. Так что нам нужно удержать 24 тысячи, если мы хотим увидеть продолжение движения вверх. Но если мы провалимся вниз, то мы здесь можем застрять надолго.
наблюдая консолидацию цены в этой зоне, в районе отметки 22 700. Вот такие мысли, вот такая ситуация. Можно лишь добавить, что рынок, как и всегда, полон сюрпризов. И поливая красными свечами незажившие раны после долгого медвежьего рынка, формируя неизбежное отчаяние и ожидание дальнейшего падения, крипта снова нас удивила резким движением, которое никто не ожидал, буквально перед выходными. На этой позитивной ноте мы заканчиваем выпуск и желаем всем хороших выходных. До встречи в следующем ньюсблоке.